сотрудники горводоканала сказали, что у Исаева есть предприятие. У Исаева есть предприятие, это сельскохозяйственная ферма где-то. И вот эта вода, говорит, идет туда. Напиши заявление в правоохранительный орган. Они, говорит, придут и пусть, говорит, Исаев там, кто покажет, для чего, куда эта вода идет. И она, говорит, все выйдет сразу. Понимаете? То есть он вообще без проекта, он не имел права вмешиваться в деятельность вот этого объекта. То есть любые изменения нужно делать, спроектировать. Здесь же было все рассчитано, сколько будет воды, какой будет канализационная система, куда будет. Тем более во времена Союза этим занимался огромный институт. А тут просто взяли, выкопали яму, вставили трубу, перемычкой закрыли, и вода пошла.